Праздничное настроение и приятная суета царили уже в фойе детской школы искусств Видного, где в этом году отмечается День матери. Здесь играла живая музыка. Юные артисты с легким волнением готовились к выступлениям, а зрители были в предвкушении концерта. По словам организаторов, их ждет настоящий сюрприз. Готовиться мы начали достаточно давно, ну 2 месяца точно. Нам хотелось сделать что-то необычное, уйти от каких-то стандартов. И мы сегодня всех погрузим вот в это ощущение волшебства, когда ты в детстве читаешь сказку с мамой и ждешь, что обязательно будет много приключений и обязательно все хорошо закончится. Открылся праздник выступлением ансамбля «Видновчаночка» с танцем, символизирующим 3 времени в жизни женщины. А после на сцену со словами благодарности в адрес всех мам поднялись почетные гости. Как воспитают наших детей, зависит наше с вами будущее. Будущее города Видное, Ленинского района, Подмосковья и всей России. Это наше будущее. И оно в ваших руках. За что вам огромное спасибо. И слово «спасибо» было главным на этом празднике. Оно читалось в глазах зрителей, чувствовалось в каждом движении юных артистов. Хореографический ансамбль «Видновчаночка», «Апельсин», вокальный коллектив «Эврика» – вот лишь некоторые из тех, кто принимал участие в концерте. Младший состав театрального коллектива «Твит» показал сказочные репризы «Красная шапочка», «Волк и пес», «Теремок». А 12-летняя Валерия Одышева исполнила трогательную песню. По признанию Леры, подготовиться к номеру и справиться с волнением ей помогла, конечно же, мама. И девочка очень хочет, чтобы мама ею гордилась. Я думала о маме. Мне добавляло сил то, что она меня любит. Она мне делает костюмы разные, она мне помогает с учебой. Она постоянно меня подбадривает, если мне как-то грустно или... А ты как отвечаешь? Ну, я ее очень сильно люблю. Восторженные аплодисменты и радостные улыбки. Так каждое выступление встречал зрительный зал. К слову, он был переполнен. Люди сидели прямо на ступеньках. И среди пришедших было много не только мам, но и пап. Мы должны поздравлять своих мам, бабушек, сестер. Ну, все, кто отношение имеет к детям, которые прикладывают максимальное количество сил, воспитывая их и давая... Ну, и дают им много любви. Вы уже поздравили свою маму? Я? Нет, честно, еще не поздравил. Но и сейчас обязательно это сделаю. Впрочем, говорить теплые слова мамам можно не только в праздник, но и каждый день. Ведь это так просто, а главное – приятно. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видное ТВ.